Всем привет! Спасибо за то, что присоединились к нашему пятидневному челленджу. Мы верим, что этот челлендж «Любовь и надежда» повлияет на вашу жизнь и жизнь ваших близких. Я хочу напомнить, что мы будем молиться за вас. Поэтому давайте откроем наши сердца и приготовимся принимать что-то особенное от Господа. Цель этого челленджа — привести вас из страха в любовь и из безнадежности к надежде, чтобы это мобилизовало всех нас свидетельствовать миру об Иисусе. Это будет сильно, и жизни будут меняться. Всем привет! Привет, друзья! С вами Дебби и Джейсон Чин. Сегодня мы будем ведущими. Добро пожаловать на второй день нашего челленджа. Мы очень рады быть сегодня с вами. Бог дал нам идею проведения этого пятидневного челленджа «Любовь и надежда», чтобы мобилизовать тело Христа, чтобы вывести нас из страха, вызванного вирусом или чем-то еще, и перевести вас в любовь, а из безнадеги в надежду. Так мы сможем мобилизоваться и делиться благой вестью об Иисусе Христе. Именно этим мы и занимаемся. Аминь. Сегодня мы ведем этот эфир из Швейцарии. Вчера наши друзья Даниэла и Бенджи Морф вели эфир из Таиланда. Вы представляете? Классно, что мы можем поддерживать связь по всему миру. Вчера был прекрасный день с Лейфом. Если вы это пропустили, то обязательно посмотрите это видео. Да, еще хотелось бы напомнить вам, что это все же челлендж, поэтому выполняйте наше задание. Прекрасно. Ах да, это челлендж, у него есть задание. Многие люди оставили отзывы о том, что выполняют наши задания. Мы гордимся вами, но мы хотели бы отметить двоих людей. Одного зовут Йовита. Вчера вы получили письмо любви отца, помолились, и Господь показал вам, с кем поделиться этим письмом. Вы написали, что Господь побудил вас написать это письмо от руки. Вы не любите писать, но под вдохновением Духа вы не могли остановиться. Затем вы отправили это письмо кому-то, и теперь ждете, что сделает Бог. Бог и мы очень гордимся вами. А еще Луис Шипстоун. Господь в молитве показал ему человека, и он позвонил этому человеку. Тот человек рассказал, что в тот день не мог подняться с постели, потому что сильно повредил спину. А Луис сказал: «Отец Небесный любит тебя так сильно, что напомнил мне о тебе, чтобы я позвонил тебе и помолился за тебя». Он помолился за нее, и Иисус исцелил ее. И это просто удивительные плоды. Мы так вами гордимся. Очень. Друзья, мы хотим, чтобы слово распространялось, поэтому рассказывайте об этом своим друзьям на Фейсбуке и даже смотрите вместе. Мы хотим вдохновить как можно больше людей и, конечно же, бросить им вызов. Для участия в челлендже зарегистрировалось 80 стран. Слава тебе, Иисус, за моих братьев и сестер. 80 стран. Так круто. Наконец пришла пора того, чего все мы так долго ждали. Сейчас к нам присоединится наш особый гость Дэнни Силк. Поэтому сейчас я прошу вас, давайте все вместе поприветствуем его. Привет, Дэнни. Привет, Дэнни. Привет, ребята, как поживаете? Мы так рады тебя видеть. Для нас большая честь, что ты у нас в гостях. Когда мы составляли этот челлендж, то выбрали лучших специалистов в вопросе любви и надежды. Ты был в топе нашего списка, потому что ты человек любви. Ты тот, кто делится любовью и кто производит ее из себя. Это точно, чистая правда. Я также благодарна тебе за все твои учения и за все твои ресурсы. Они полностью отражают твою жизнь. Я считаю, что у нас прекрасный брак благодаря твоей помощи. Поэтому, Дэнни, огромное спасибо тебе за это. Мы обильно благословлены. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Богу. Да, Дэнни, я 3 года учился в школе сверхъестественного служения Вифиль, потому что хотел иметь сверхъестественную жизнь. Но больше всего я благодарен за эмоциональный интеллект, советы по взаимоотношениям и консультированию. Ты многое вложил в меня. Для нас ты герой, и мы благодарны Богу за тебя. Еще раз спасибо за то, что присоединился к нам сегодня. Да, спасибо. А я восхищаюсь с вами и тем, что делаете вы. Я рад, что снова увидел вас где-то в мире.
Да, мы переехали. Дэнни, я думаю, что большинство наших зрителей знакомы с твоим прекрасным служением, но для того 1%, который тебя не знает, не мог бы ты поделиться ключевым посланием твоего служения? Да, конечно, я думаю, что многие не знают меня, но... Нет-нет, ты ошибаешься. Ну ладно, я президент служения «Намеренная любовь». Мое служение в основном нацелено на семьи и взаимоотношения. У нас есть множество материалов на те темы, которые мы учим и которые распространяем. У нас также есть своя академия, в которой собраны ресурсы и материалы, накопившиеся у нас за многие годы. Я написал 17 книг и был соавтором многих книг. Сейчас у меня небольшой переходный период, когда моя дочь и ее муж пытаются перенять то, чем мы занимаемся. Они взяли на себя такие темы, как воспитание детей, культура семьи, трение между членами семьи. Мне радостно наблюдать за ними. А я все больше переключаюсь на культуру лидерства и на то, чтобы помогать другим лидерам в переходный период. А вот так от меньшего к большему, и, как говорил Иисус, им должно расти, а мне умоляться. Так что я передаю свои полномочия другим. Прекрасно. Чуть позже мы больше поговорим о вашей академии, потому что она очень помогла нам и нашей команде служения. Но об этом мы поговорим ближе к концу эфира. А сейчас хотелось бы перейти к вопросам. Во многих своих проповедях ты говоришь о любви, а иногда ты говоришь о страхе и любви. Сейчас в мире из-за коронавируса и из-за полной неопределенности многие люди живут в страхе. Поэтому первый вопрос на сегодня звучит именно так. Так, как понять, в страхе человек или в любви, что им управляет, какое чувство, страх или любовь? По каким индикаторам можно понять, как именно мы справляемся с ситуацией и как мы справляемся с ней? Лучший индикатор того, к какому духу вы прислушиваетесь, это то, что вы пытаетесь контролировать. Если вы пытаетесь контролировать что-то снаружи, то, возможно, вы действуете в страхе. Если же вы пытаетесь контролировать себя, тогда, скорее всего, вы руководствуетесь любовью. Любовь делает меня сильным. Если я стараюсь контролировать себя, то это то, что я могу контролировать. То есть я определяю, каким будет результат. Если я стараюсь контролировать себя в вопросе веры, любви, надежды, радости и мира, а если я только говорю себе так: «Ты будешь служить Господу, ты будешь Его руками и ногами на этой земле, ты будешь также прощать, ты выбираешь радость и надежду», то у меня есть силы, чтобы сделать что-то с этим. Если же я думаю: «Нет, не прикасайся ко мне, не смотри на меня, я не хочу, чтобы это касалось меня», ну и так далее, то, скорее всего, я действую в страхе. Страх побуждает меня контролировать другие вещи, которые я не могу контролировать, и это вызывает у меня чувство бессилия. Любовь побуждает меня контролировать то, что я действительно могу контролировать, себя, и тогда я чувствую себя сильным. Великолепно. В этом вся суть. Я запомнил, как ты говорил, что в хороший день нам нужно контролировать только одного человека — себя. И это в хороший-то день. Это одна из твоих цитат. Еще нашим зрителям было бы полезно узнать вот что. Например, если тебя посещают мысли страха, тревоги, волнений, или плохие эмоции, то что ты делаешь в этом случае? Какой ты используешь метод, чтобы выбраться из этого состояния и обрести самоконтроль? Опять же, контролировать себя. Какие шаги ты предпринимаешь? Поделись с нами. Мой любимый способ — это сказать: «Помоги мне, помоги мне, помоги мне». Так я переключаюсь на правильный настрой. Я просто взываю к Богу. Мне нужна помощь. Я не знаю, что мне делать. Скажи мне, что делать. И когда я слышу, что нужно сделать, то понимаю: о, дело снова во мне. Снова нужно контролировать только себя. Нужно заставить себя повиноваться или верить, или надеяться,
или проявить сострадание и терпение, или довериться Господу. Вот мой метод. Я возвращаюсь к послушанию. Тогда я знаю, что небеса сотрудничают со мной. А это означает, что я сильный, а не бессильный. Бессилие проявляется в том, что враг указывает нам на то, чего мы изменить не можем. Вместо того, чтобы иметь силу и поверить в то, что Бог может изменить. Если в этот момент, а именно, когда я сталкиваюсь с проблемой, с трудностью или даже с прекрасной возможностью, я мог выбрать себе советника, то вопрос остается тем же. А что я выбираю? Любовь или страх? В любом случае, вам нужно задаться, какому господину вы служите. Об этом важно думать не только во время проблемы или кризиса, но также и в хорошие моменты. Мне постоянно нужен правильный советник. Какого советника выберу я? Да, аминь. Прекрасно сказано. Дэнни, а что бы ты сказал семьям или семейным парам? Они сейчас застряли дома. Что бы ты сказал им, если им кажется, что они застряли? Может, есть какие-то полезные советы для поддержания любви в отношениях во время изоляции, для поддержания этого огня, этой страсти? Да, многие люди называют этот период отпуском. Во время отпуска мы пытаемся удалиться от всех и побыть наедине. Но если же вы говорите, что вы застряли, то это означает, что-то снаружи влияет на вашу реальность. И это что-то сильнее вас. Но если вы говорите, нам посчастливилось, нам выпала такая возможность, то это звучит как то, во что вы готовы инвестировать силы и время. Поэтому я советую вам смотреть на эту ситуацию как на возможность удалиться от всего, что вас отвлекает. Уделите это время тому, чтобы строить свои отношения, слушать друг друга, расти в любви, в радости. Кстати, мы сделали так, что доступ к нашей академии в этот период стоит всего $10. Мы хотели, чтобы люди не только смотрели Netflix, но и узнавали друг друга, узнавали о любви и об отношениях. То есть это время можно использовать как возможность стать ближе и построить еще более глубокие отношения, как вы сделали бы это в каком-то романтическом отпуске. Надеюсь, вы потратите это время на сближение, а не на что-то другое. Я очень бы хотел, чтобы вы провели его в интимной близости, прежде всего, с вашим Творцом, с вашим Небесным Отцом. И, конечно же, друг с другом уделите время вашим близким и любимым людям. Прекрасный совет. Получается, что все зависит от взгляда на ситуацию. Да, так всегда. Да, согласен. Правда в том, что мы ограничены внешне. С этим ничего не поделаешь. У тебя много учений о свободе, о том, что мы созданы, чтобы жить в силе и свободе. Мы можем иметь внешние ограничения, но при этом можем быть свободными внутри. Дэнни, я вспомнил, что твои материалы использовались и в тюрьме, если я не ошибаюсь. Те ребята по-настоящему изолированы от общества. Я знаю, что мы не планировали говорить об этом, но я понимаю, что можно жить в полной свободе. Ты говорил, что те заключенные жили в большей свободе, чем даже некоторые люди в благополучной церкви. Можешь немного рассказать нам и об этом? Да, мои материалы есть в тюрьмах по всему миру. Это просто шокирует. В Техасе есть тюрьма максимально строгого режима. Там я познакомился с человеком, у которого 5 пожизненных сроков. Он приговорен к 550 годам тюрьмы. Он посещал школу служения, в которой 70 мужчин в белых комбинезонах наклонялись перед телевизором,
в котором пел и играл Крис Келала из Jesus Culture. Эти ребята плакали и поклонялись Богу за то, что Он дал им свободу, исцелил их сердца, дал им призвание и предназначение. Бог изменил их, и та тюрьма стала их миссионерской нивой. И в тюрьме они молились о том, чтобы Бог послал их обратно к населению, чтобы они могли свидетельствовать и приводить людей к Иисусу. Это полнейшее безумие. А тот человек, у которого было 5 пожизненных, никто не понял, как это произошло. Но его пригласили на слушание, о выходе на пороки. Он подумал, что это чья-то злая шутка. Он пошел туда, и его выпустили на пороки. Он настолько изменился, что свидетельство охраны и его сокамерников звучали как чудо, и его отпустили, несмотря на 5 пожизненных сроков. Теперь Рон Аткинс, один из моих друзей, он путешествует по стране и рассказывает свою историю. Он женился на женщине, у которой 46 правонарушений. Угадайте, где они познакомились? На конференции для тюремных служителей. Теперь они ездят по миру и рассказывают о Божьей любви. У них есть дома, где люди, которые вышли из тюрьмы, проходят реабилитацию, а потом возвращаются обратно в общество. И это феноменально. Об этом можно говорить очень и очень долго. Но рука Господа не сократилась, чтобы спасать. Это невероятно. Wow. Ух ты, как круто. Я бы хотела, чтобы у нас было больше времени, и ты мог бы говорить весь вечер. У нас уже есть несколько вопросов. Риза спрашивает, как сохранять в себе любовь, если ее не принимают твои близкие? Да, вопрос непростой. Как же действительно ее в себе сохранять, если тебя отвергают твои домашние? Тут все дело в том, что не вы контролируете мою любовь, а я сам делаю это. Подумайте, скольких людей любит Иисус? Он просто любит людей. Не люди определяют, как сильно Он любит их, когда Он их любит, или любит ли вообще. Он просто их любит, потому что Он сам это контролирует. То есть Иисус постоянно ходит в любви. Вы никогда не застукаете Иисуса без любви. А мы с вами являемся послами Его Царства, так что теперь мы — свет, который светит во тьме. Поэтому мы постоянно должны ходить во свете. А этот свет и есть любовь. Это не наивность, не невежество, не глупость, а именно любовь. Мы никогда не должны выключать ее. Что бы вы ни делали, у меня нет разрешения с небес хоть когда-то выключать мою любовь. Никогда. Поэтому моя любовь всегда включена. Я получаю ее не от вас. Если бы я получал свою любовь от вас, то я мог бы дать вам лишь то, что вы дали мне. Я бы возвращал вам лишь то, что вы вернули мне. Если я люблю вас, а вы не любите меня в ответ, то у меня ничего не остается, потому что я получаю любовь от вас. Но если я получаю свою любовь от Него, то она никогда не заканчивается. Я всегда могу давать ее вам. У нас могут быть свои трудности, какие-то недоразумения в отношениях, но моя любовь всегда включена, даже в сложных ситуациях, и даже тогда, когда возникает какое-нибудь недопонимание. Хорошо. Вот еще один вопрос. Какие шаги должен предпринять человек, чтобы прекратить цикл, в котором он всегда жертва? Все начинается с осознания того, что я поверил в ложь о том, что я жертва. Вы жертва только в том случае, если у вас нет власти. А это возможно только тогда, когда вы от нее отказались. Верните себе
свою власть. Вы имеете власть управлять собой и всеми своими свободами. Каждый человек был создан свободным. Каждый. Каждый человек создан свободным. Вы свободный человек, и перед вами множество выборов. И вы ответственны за каждое решение, принятое в вашей свободе. А вот почему именно вы дадите отчет за свою жизнь. В конце своей жизни вы предстанете перед Господом, и Господь не скажет, кого ты хочешь обвинить в своих жизненных неудачах. Он спросит, верил ли ты? Научился ли ты любить? Да будет воля твоя. То есть, когда я беру ответственность за мою жизнь и отталкиваю ее от себя, а потом говорю, «Вся власть у тебя. Ты сделал меня злым Божьим. Ты сделал меня обиженным. Ты заставил меня поступить так, как я поступил». Вот что значит притворяться жертвой. Кто-то может ворваться в вашу жизнь и принести разрушение, и из-за этого вы можете стать раненым или обиженным. Да, такое тоже бывает. Это называется репрессирование. Кто-то что-то сделал, и это нанесло вам реальный вред. Но теперь у вас есть выбор. Что же вы будете делать? Вы не жертва, а человек с властью, потому что у вас есть свой выбор. Что вы выберете? Итак, что? Если вы выберете остаться в этой ситуации и в этих унизительных отношениях, то вы уже не жертва, а доброволец. То есть вы сами решили остаться там и участвовать в этом вместо того, чтобы выбрать что-то другое. Большинство людей подходят именно под это описание. Некоторые люди находятся в клетке. Они в настоящей клетке и не могут изменить свои условия. Таких немного, но они все же есть. Но большинство людей лишь притворяется. Только притворяется, что они в клетке, потому что они просто-напросто боятся перемен. Ух ты, это здорово! А вот почему этот человек изменил мою жизнь, милая. Это точно. Дэнни, кто-то написал, расскажите немного о границах. Интересно, о чем это? Хорошо. Предположим, вы постоянно ходите в любви. Я люблю вас. Я готов поддержать с вами разговор, если он будет уважительным. Разговор может быть напряженным, эмоциональным, но в нем должно сохраняться уважение. И тогда мы все решим. Но если он превращается в обвинение, и вы начинаете обзывать меня и тому подобное, если уважение покинуло помещение, тогда я ухожу вместе с ним. Мы можем встретиться позже и попытаться поговорить снова. А вот что такое граница. Граница — это когда я решаю, в чем я буду участвовать. Я решаю, в каких разговорах я участвую, в каких отношениях я участвую. Я решаю, кем я себя окружаю и какой уровень доступа эти люди имеют ко мне. Рамки или границы — это различные уровни доступа к близости. Мало кто имеет такой доступ, и значительно больше людей имеют такой уровень доступа. Когда вы в продуктовом магазине, многие люди могут подойти и спросить у вас, «Не знаете, где здесь соленые огурцы?» Людей с таким доступом к вам очень много. Но значительно меньше людей, которые могут спать с вами в одной постели. Это совсем другой уровень доступа. Вы сами управляете уровнями доступа, которые люди имеют к вашему времени, энергии и ресурсам. А вот что такое граница. Иногда человек на этом уровне доступа нарушает эти границы своим неуважением или безответственностью. Тогда он переходит на этот уровень доступа, пока мы разберемся со всем этим,
пока мы не исцелим то, что было разбито, и пока не восстановим связь между нами. Но границы — это не то же самое, что отвержение. Границы дают надежду на примирение. Отвержение не дает эту надежду и говорит: «Ты больше не часть моей жизни, я хочу установить границы между нами». И с этого дня ты не можешь выходить за них. Нет, это не границы, а отвержение, вызванное тем, что вас ранили или напугали, и вы не хотите над этим работать. А границы — это когда я рад примириться настолько, насколько это возможно. Главное, чтобы мы совсем разобрались. Иногда сложно все исправить, потому что один человек повел себя слишком неуважительно или жестко, или даже жестоко. Ну вот, допустим, я причинил боль кому-то из твоих детей. Тогда ты больше никогда не переступишь порог моего дома. В таком случае, может, я не вызову на вас полицию, но я не знаю, что вы можете сделать, чтобы исправить ситуацию настолько, чтобы я снова допустил вас к своим детям. Это невозможно. Вы и ваше поведение изменили уровень вашего доступа. Все зависит от серьезности ситуации. Но при этом я не выключаю мою любовь к вам. Я при этом люблю вас, но только лишь издалека. Я люблю вас. Я не говорю о вас плохо. Я не пытаюсь вам отомстить. Я не ваш каратель и не судья. Но я все же изменил уровень вашего доступа. Когда-то вы имели доступ к моим детям. Теперь вы его не имеете. Так вот, понятно? Да, конечно. Мне очень нравится одно из твоих видео на YouTube о границах. Ты приводишь там в пример Иисуса. Иисус тоже имел границы. У него было 12 учеников, но Петр, Иоанн и Иаков имели к нему самый близкий доступ. Он служил всему миру, но на вершину горы Преображения он пригласил не всех. Там были только самые близкие. То есть Иисус является для нас примером. Мне очень понравилась эта аналогия. Дэнни, наш эфир уже приближается к концу, но следующие 5 минут мы бы хотели услышать то, что у тебя на сердце. Это может быть все, что угодно. Пожалуйста, поделись своими откровениями для молодого поколения, которое жаждет слышать. Хорошо. Давайте я расскажу вам одну историю. Когда я служил в Орландо, в школе «Образ Иисуса», я вошел в комнату, и она была переполнена страхом. Там было столько тревоги. Антисептики для рук были повсюду. А еще там повсюду были различные символы страха. Когда люди в масках, соблюдают дистанцию и так далее, все это напоминает о том, насколько силен этот вирус. О, великий и могучий вирус! Давайте лишний раз напомним себе, насколько он силен. Да, я понимаю, что таковы правила, и мы должны их соблюдать. Мне кажется, что глупо, но я все понимаю. После прославления, кстати, хвала была вообще прекрасная, но люди боялись прийти на служение. Непростая ситуация, но команда прославления выложилась на полную. Это было прекрасное время. Я помню, как увидел солнце. Я смотрел на солнце, и Господь сказал мне: «Та часть солнца, которую ты видишь, солнце и его лучи, как его обычно рисуют, эту внешнюю часть солнца обычно называют корона». Я подумал: «Ах, да». Ведь это правда. А еще корона — это символ монархии. И затем я услышал, как Господь говорит: «Царь царей». Потом я увидел у кого-то на странице, что в тот день слово «коронавирус» упоминалось в СМИ 275 раз. 275 раз люди слышали: «Бойтесь, бойтесь и еще раз бойтесь». Это за один только день. Итак, каждый раз, когда вы слышите «коронавирус», вы пугаетесь и думаете: «О, он такой сильный, он может захватить меня, мне нужно проверяться».
и защищаться, Господь говорит: «Скажи, царь царей». Когда слышишь коронавирус, говори: «Царь царей». В тот день я вышел к людям и поделился с ними тем, что Господь сказал мне о солнце. Я сказал: «Я говорю коронавирус, а вы говорите царь царей». Коронавирус, а они все: «Царь царей». Я снова: «Коронавирус». И они снова: «Царь царей». И вот в течение всего моего пребывания там я говорил «коронавирус», а они отвечали: «Царь царей». Поэтому, когда слышите «коронавирус», думайте и провозглашайте «Царь царей». Никакой вирус не может быть сильнее Бога. Ничего из созданного человеком не может быть сильнее Бога. Я думаю, нам нужно окружить себя постоянным напоминанием о том, насколько силен Бог, а не тем, насколько силен вирус, которого нас заставляют бояться. Я считаю, что мы открыли наши уши к попыткам врага усилить наш страх, но мы должны помнить, насколько силен и могуществен наш Господь, наш Бог. Он царь царей. Ты, Господь, есть Господин надо всеми. Склонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать, всякий вирус склонится, все, что называет себя сильным, окажется бессильным перед Твоим славным именем, Царь царей и Господь Господ. Я говорю на это. Аминь. Аллилуйя. Давайте скажем это вместе по всему миру. Давайте скажем: «Царь царей». Царь царей. Иисус царь царей. Аминь, аминь. Я в восторге, слава Богу. Дэнни, а теперь ты не мог бы помолиться за то, что Бог положил тебе на сердце? Ты можешь помолиться за всех наших зрителей? Но мы знаем, что в тебе столько даров, что мы ожидаем передачи этой силы. Мы очень уважаем тебя и очень хотим, чтобы ты помолился и благословил наших людей. Это было бы круто. Хорошо. Отец, я еще раз молюсь о том, чтобы ты запечатал наши уши, сердца и глаза, чтобы ничего нас не пугало. Помоги нам сфокусировать свой взгляд на тебе, чтобы не поворачивали ни направо, ни налево, а смотрели только на тебя, как на царя царей. Отец, являй свою силу во всех этих ситуациях. Молю, поднимай смелость в наших людях, в сердцах людей. Враг думает, что ему удалось закрыть церкви по всему миру, но я молюсь о том, чтобы ты показал им свою стратегию, что теперь ты открыл церкви в каждом доме по всему миру. Пусть будет такое божественное откровение о твоей работе, чтобы мы смогли увидеть во всем этом твою стратегию того, как убрать зло с этой планеты и принести праведность в самые высокие места. Пусть в это время к власти приходит один праведный правитель за другим. Пусть зло и коррупция выйдут на свет. Пусть придет конец тому правлению, которое принесло столько вреда этой планете. А еще мы молимся о всемирном пробуждении. Пусть в эти дни начнется это долгожданное всемирное пробуждение. Я верю, что мы стоим на пороге времени, которое можно сравнить только с потопом. Люди, наконец, начнут осознавать, что ты действительно царь царей, и всякое колено склонится, и всякий язык будет исповедовать, что ты есть Господь, и все люди будут прибегать к источнику спасения и заходить в этот ковчег, который является Иисусом. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Как сильно. Слава Богу. Дэнни, расскажи еще вкратце о твоей программе «Как пережить карантин с детьми». Я верю, сейчас это очень актуально. Хорошо, если вы зайдете на мой профиль в Инстаграме, то там вы найдете ссылку. Просто кликните на нее. Сейчас на нее подписались несколько тысяч человек. Там Бритни и Бен. В основном Бритни, рассказывают о трех аспектах воспитания детей. Как справляться с тем, что происходит в вашем доме?
как превратить это в возможность. Потому что многие люди думают, что на них это навалилось. Я тут как в ловушке. Помогите. Вы в ловушке лишь в том случае, если не знаете, что вам делать. Но если у вас будет план, вы будете знать, что вам делать. Теперь вы хозяин положения, а не жертва. А с другой стороны, наш хороший друг Дэйв Хилл подготовил семинар для детей. У него есть там робот Борис и многое другое. Его программу с роботом Борисом используют уже в 400 школах Англии. У Дэни просто невероятное онлайн-обучение. Там есть программы по лидерству и о взаимоотношениях. Я проходил там добрачное обучение, послебрачное обучение, а еще я брал занятия по воспитанию детей, когда мои дети были подростками. Я был одиноким отцом с тремя подростками. Они были обычными подростками, и мне нужна была помощь. Я купил книгу Дэнни и прошел некоторые из его курсов, они мне очень помогли, поэтому я очень рекомендую вам эту академию. Все наши лидеры учатся там. Мы только начали, но изменения уже налицо. Мы учимся культуре почитания нашей команде, учимся тому, как передать это дальше. Дэнни, ты помог множеству людей по всему миру, и мы очень сильно благодарны за тебя Богу. Ты сделал нас лучше и мощнее. Мне очень приятно это слышать. Спасибо, Джейсон. Дебби, рад наконец-то познакомиться с вами. Пусть Бог благословит вас и то, что вы делаете. Дэнни, люблю тебя и спасибо за то, что был с нами. Спасибо, Дэнни. До свидания. Пока. Очень круто. Человек-легенда. Это так круто. Они с женой максимально противоположны друг другу. Люди, которые консультировали их до брака, позвонили и сказали пастору, ни при каких условиях не венчайте Дэнни и Шерри Силк. Но они преодолели все эти преграды, и сейчас у них прекрасные отношения. Но для этого им пришлось поработать над своими отношениями. Они сделали это, и теперь они делятся своим опытом. Задание челленджа. Да, как я могла забыть о задании? Да, давайте перейдем к заданию. Покажи нам его, пожалуйста. Во-первых, пройдите тест на 5 языков любви и определите, в каком виде вы лучше всего принимаете любовь. А вот и перечень. Дела или помощь, качественное время, слова ободрения, подарки, физические прикосновения. Возможно, вы уже делали этот тест, но хорошо бы сделать его еще раз, потому что со временем многое может измениться. Вчера Лейв Хедланд говорил о том, что нам нужно обрести мир и покой. И иногда нам нужно, чтобы к нам проявили любовь на нашем языке любви. Нам нужно понять, что именно нам нужно на данный момент. Это была первая часть задания, она касается вас лично. Вторая часть касается других людей. Вот что вам нужно сделать. Попросите кого-то из ваших близких пройти тест на языке любви. Затем сделайте что-то для него на его языке любви, чтобы показать, как сильно вы его любите и цените. Завтра в то же время на том же канале со Стивом Бакландом. Он у нас мистер Надежда, а Дэнни мистер Любовь. Завтра у нас мистер Надежда. До завтра. До завтра. Спасибо. Мы любим вас. Пока. Ух ты, какое вдохновляющее слово. Поделитесь этой информацией со своими друзьями и присоединяйтесь к нам завтра. Вас ждет новое интервью и новое задание 5-дневного челленджа. Спасибо за то, что были с нами. Обязательно расскажите о нас своим друзьям. Еще раз спасибо вам и увидимся завтра. Будьте обильно благословенны.